Друзья, всем привет! А я сейчас хочу показать, как так, да, что многие партнеры хвастаются своими регистрациями по 40, 50, 60 регистраций в месяц. Вот посмотрите, вот мои регистрации. Вот сегодня одна, вчера две, позавчера вот две. Вот. Сейчас я насчитала в ноябре 41 регистрация у меня была. Вот эти все регистрации у меня. Как этого добиться? И чтобы это было на автомате. Сразу скажу, что это, конечно же, реально, потому что вы видите, да, у меня вот доказательства этого, что вот регистрации идут. Смотрите, вот клиент из Костромы, с разных городов здесь, из Москвы, Самара. Видите, как все это происходит. Сейчас я вам все расскажу. Оставайтесь со мной. И захожу, значит, я зашла на сайт Сибирского здоровья, в свой личный кабинет. И вот здесь есть онлайн-наставники 27-го бизнес-года. То есть наша компания Siberian Wellness. Когда вы выходите на определенный уровень, вы становитесь автоматически онлайн-наставником. То есть когда человек заходит в интернет и хочет самостоятельно зарегистрироваться в нашей компании, то вы выходите ему как наставником. То есть он никого не выбирает, а вы автоматически появляетесь у него в наставниках, понимаете, да? И сейчас давайте я вам расскажу, какие же это условия. Какие условия нужно придерживаться, чтобы вы стали онлайн-наставником и вам летели заявки каждый день. Это мечта каждого сетевика, да, мы знаем. Также благодаря онлайн-наставничеству у нас очень быстро поднимаются товарообороты и очень быстро у нас растут чеки. Вот. Так, значит, первое условие такое. Вы должны выйти на ранг бизнес-тим 10 тысяч баллов. Понимаете, да? 10 тысяч, вырастаете до 10 тысяч, и уже автоматически, уже очень быстро вы становитесь на ранге бизнес-профи. Вы уже, можно сказать, автоматически уже становитесь профессионалом очень быстро. Я с 10 тысяч очень приблизительно так быстро выросла, да, профессионала, где у вас уже доходы будут от 100 тысяч рублей. Вот, то есть вы становитесь 10-тысячником, вот закрываете новую квалификацию, да, и победители программы путешествий 26-го бизнес-кода. То есть победители программы путешествий, они и так у них, они и так выходят на бизнес-тим 10 тысяч, потому что в программе путешествий там как раз нужно добить вот эти, нужно сделать хорошие баллы. Там свыше 10 тысяч, там около 25 тысяч нужно даже сделать. Вот. Поэтому, как бы здесь, можно сказать, это одно и то же. Также обязательным условием после 10 тысяч. 10 тысяч – это самое первое условие, да, кем вы должны вот стать, чтобы онлайн-наставником быть. Второе условие – обязательно активный аккаунт в соцсетях должен быть. 1, 2, 3. Вот у меня ВКонтакте стоит, в Одноклассниках стоит и Инстаграм стоит. Дальше. В бэк-офис у наставников должны быть, значит, имиджевые фотографии хорошего качества обязательно, верифицированный телефон и имейл, то есть подтвержденный, да, и привязанные аккаунты социальных сетей. Ну, это как вот ко второму условию тоже подходит. ВКонтакте обязательно, остальные желательно. Вот обязательно ВКонтакте, видите? Вот. То есть если вы будете придерживаться вот этих условий, то вы попадете в онлайн-наставники и будет вам прилетать вот такое счастье. Каждый день. С ними я связываюсь в WhatsApp, добавляю их в свой клиентский чат, с ними дальше работаю. Если вам интересно, как я с ними работаю, как я с ними взаимодействую. Вот из этих людей, смотрите, партнеры тоже присоединяются. Вот два партнера пришли последние. Из этих людей половина из них становится моими партнерами. Это еще одна причина, почему я так быстро расту. Вот. Чтобы они стали партнерами, я совершаю определенные действия тоже. Поэтому, если вам интересно, приходите в мою команду, я вас всему научу. У меня готовая система обучения для быстрого роста, для быстрого старта, для новичков тоже. Как дальше стать лидером, как дальше работать со своими новичками, партнерами, да? У меня все это есть, все готово, пошаговая система. Как бы ничего сложного нету, как работать с продуктом, все в моей команде есть. Я дарю свои бонусы, у меня розыгрыши, поэтому, друзья мои, если вы примете для себя решение зарабатывать со мной, приходите. В описании здесь я оставлю, конечно же, ссылочку на тест-драйв, который вы можете пройти, внутрянку, так сказать, посмотреть, да, как я работаю, как мы работаем, как получаем результаты. Вот, полностью можете посмотреть. Ну и, конечно же, оставлю свои ссылочки, чтобы вы уже могли сделать решение и присоединиться к моей команде. Спасибо за внимание, друзья, всем пока-пока.